Главный день футбольного года для Европы завтра в Киеве. Финал Лиги чемпионов. К этому событию Украина готовилась долгие месяцы. И вот теперь, наконец-то, болельщики и сами игроки собираются в украинской столице. Меньше суток остается до матча, который определит, кому достанется одна из самых престижных футбольных наград. И тем не менее, уже сегодня можно делать выводы. Каким же запомнят этот украинский финал Лиги чемпионов сотни тысяч, если даже не миллионы европейцев. Любовь Кукла продолжит тему. Перекрытые улицы, усиленный трафик в аэропортах и тысячи иностранцев в столице. Украина принимает Лигу чемпионов. Фаны Ливерпуля и Реала летят к нам со всего мира. Where you from? Alabama. Mexico. Singapore. Singapore. Из Сингапура в Борисполь, а затем на съемную киевскую квартиру. Цены на жилье в бедной Украине даже туристов из богатой азиатской страны удивили. За койко-место отдали $100 в сутки. I think it's too much, but... Да, это дорого, но ради любимой команды, ради игры мы заплатили. Но заплатить смогли не все. Слишком предприимчивые украинцы решили, за любовь к футболу нужно платить. Комната в Хрущевке по цене апартамента в Монте-Карло или скромный номер в отеле на Выселках стоимостью как европейские 5 звезд? Легко. Неделю назад цены на жилье достигли апогея. Хостелы по $500, квартиры по несколько тысяч. Фаны Ливерпуля даже в УЕФА жаловаться хотели. Что с ценами сейчас, в канун матча. Проверяю лично, звоню в один из хостелов. Местам еще есть. Сколько у вас человек будет? Один мужчина из Англии. Но минимальная цена в сутки 10 тысяч гривен. Девушка, я вам сказала, ситуация какая есть. Подходите нам, пожалуйста. Нет, ну как бы вариантов никаких больше нет вообще. А что вы хотели? Футбол. Но справедливости ради, варианты подешевле все-таки есть. Я вижу, есть вариант на Таковский вкус 22 500 гривен за сутки. Есть вариант Проспект Победы, 29, 2000 гривен за сутки. У киевлянки Аллы большой трехэтажный дом. Женщина живет в нем с отцом и сыном-подростком. Вся семья – футбольные фанаты. Первых болельщиков принимали еще на Евро-2012. Тогда жили шведы. Теперь англичане, поляки, чехи, американцы и китайцы. Ну вот, на втором этаже комната. У нас тут 4 комнаты есть. Ну, 2 сейчас заняты. В одной ребенок живет, а вот еще есть одна комната, в которой завтра приедут гости. Но, правда, чуть-чуть надо еще тут прибраться. Здесь цены на проживание, как говорится, божеские. И себе заработок, и подпорченному жадностью имиджи страны плюс. Нет, не $100, меньше. А вот этот хостел даже награды заслуживает за спасение жилищного реноме страны. Койко-место тут всего $8. Цена более чем доступная. Вот только бронировать нужно было заранее. Бронируют вообще с января месяца. Именно к лиге? Да. Даже за год у нас была бронь. Но не жильем единым. Такси. Водители бомбилы даже в дочемпионатные времена не упускали случая нажиться на иностранце. А тысячи иностранных фанов в одном месте – искушение большое. Дерут ли с них 3 шкуры – тоже проверяю лично. Пытаюсь поймать машину в аэропорту Борисполь. Разговариваю с водителем на английском. How much cost taxi to Kiev? Киев, да. How much? Куда? Киев. 500 гривен. А доллар сколько? Yeah, dollars. Yeah. Dollars, вот доллар. 20. Хотя стандартная цена из Борисполя в Киев в 2 раза меньше. И это далеко не предел. Некоторые готовы везти и за 1000. Раз иностранец, платим основа гостеприимства по-украински. Но даже финансовыми хитростями атмосферу праздника не испортишь. С самого утра в фан-зоне на Крещатике аншлаг. Болельщики здесь даже с чемоданами. С корабля на бал, так сказать. Я только прилетел, еще ничего не видел. Боб с друзьями прилетел из Австралии. Правда, любовь к Ливерпулю влетела Бобу в копеечку. $1000 – билет на матч, 2000 – дорога и, внимание, столько же за проживание. Боб приехал ночью, поэтому, кроме трассы Киев-Борисполь, еще ничего не успел увидеть. Из аэропорта сюда – хорошая дорога, широкая, ехать можно быстро. Из еды ел только сэндвичи. Что вы изменишь борщ? Борщ? Борщ. Да, борщ. Я его борщ мень? Да.
кстати, Ливерпуль специально для своих фанов снял ролик. Это двухминутное видео, своеобразный справочник по Украине. Там объясняют, как попасть на стадион, где находятся фан-зоны и что вкусного можно съесть. Вареники, котлета по-киевски, деруны и, конечно, борщ. Так что не сэндвичами едиными. Let's try. Come on. Иду угощать австралийских гостей украинской кухни. Борщ, котлета, узвар и пиво. По-моему, ребята довольны. Вкусно, очень вкусно. И, конечно, поднимают бокалы за победу любимой команды. Но кто победит, будет ясно только завтра. Испанский Реал и английский Ливерпуль сойдутся на Киевском Олимпийском вечером. А пока у фанов сутки свободного времени. Всего на матч приедут десятки тысяч болельщиков. Меры безопасности в городе усилены. А НСК будет находиться под тройным кольцом силовиков. Ведь, к сожалению, драки фанов – неотъемлемый атрибут игры миллионов. Любовь Кукла, Сергей Килимник, Оксана Алексеева и Александр Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер.